Всем привет! Вы на канале Вяжем дома, и сегодня я покажу вам, как связать вот такую вот повязочку на весну. Вязала я ее для доченьки. Получилась она очень красивая, вяжется очень просто. Это тот, наверное, случай, когда говорится «красота в простоте». Вот так она вот выглядит со всех сторон. Так вот внутри. Вязала я ее из ниточек вот таких вот. Alize Happy Baby, честно скажу, признаться, я купила их впервые, эти нитки, стоят вообще копейки, 96 рублей за моток в 100 грамм. Ну, тут, конечно, и состав такой далеко не натуральный, 65% акрила, 35% полиамида. Ну, для ребенка на весну, ну, на теплую весну, естественно, в прохладную погоду я ее, ну, не поведу в повязке, я одену ей шапку. Самое то, метраж 330 метров в 100 граммах. Вязала я ее в две ниточки. У меня был один клубок, чтобы там ничего не отматывать. Я одну нитку как бы, как всегда, начала, а вторую вытащила вот отсюда, ну, сзади клубочка. Вытащилось оно очень легко. Вязала я в две нити на спицах 3 на троечке, на 3 миллиметра. Конечно, можно и на четверке спокойно вязать, потому что она у меня такая получилась плотная. Но я и хотела, чтобы она получилась плотная, чтобы ушки ей не продуло. Повязка очень мягкая, очень нежная. Если ее постирать со специальным средством для стирки деликатных вещей, да потом еще в кондиционере прополоскать, мне кажется, будет еще намного мягче. Также вам понадобится крючок. Крючком мы будем сшивать вот эти шовики, саму повязку и ремычку. Ноженки. И сантиметр для того, чтобы измерять высоту нашей повязочки. Перед тем, как начнем вязать повязочку, подписывайтесь на канал. В конце можете поставить лайк, если вам видео понравится. Ну что, приступим. Нам нужно на спице номер 3 набрать 20 петелек. Это включая кромочные петли обычным классическим способом. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Все. И теперь мы будем вязать повязочку узором рис, жемчуг, двойной жемчуг, то, как их называют. Первую кромочную петельку мы всегда будем снимать. Дальше вяжем лицевую, изнаночную. И так чередуем до последней кромочной петельки. Последнюю кромочную петлю мы будем провязывать изнаночной петелькой. Все, мы добрались до конца ряда, провязываем ее изнаночной, переворачиваем наше вязание. Первую кромочную мы будем снимать. Обращайте внимание, что кромочные, если вы снимаете вот так, ниточка за работой, значит, на протяжении всего вязания так и снимайте, потому что краешки, чтобы вот эти вот края повязочки, нам надо, чтобы они получились красиво, и подтягиваете ниточку, чтобы она не была ослабленной. И начинаем вязать второй ряд. Смотрите, если здесь была лицевая, ее вяжем лицевой, изнаночную изнанкой. Итак, провязываем все петельки до конца ряда. Последнюю петельку кромочную мы будем также провязывать изнаночной. Мы последнюю петлю изнаночной будем провязывать на протяжении всего вязания, а первую снимать. Все, и вяжем изнаночной. Дальше переворачиваем вязание. И теперь нам нужно поменять наш узорчик, раппорт. Смотрите,
Если первую снимаем, если была лицевая, значит вяжем ее изнаночной. Если изнаночная, значит лицевую. Раппорт этого узора в высоту составляет 2 ряда. То есть через 2 ряда мы меняем петельки местами. Третий ряд вяжем до конца. Все, переворачиваем наше вязание. Первую снимаем и вяжем. Если была изнаночная, значит ее тоже провязываем изнаночной. Если была лицевая, ее лицевой. Это мы вяжем четвертый рядок. Вернее, высота раппорта этого узора не 2 ряда, а 4. То есть через 2 ряда мы меняем петельки местами. Вот, все, мы с вами провязали 4 ряда. И теперь мы начинаем пятый ряд вязать, как вязали первый. То есть с лицевой петельки. Вот здесь изнаночная, теперь лицевая. Итак, мы будем вязать нашу повязочку до нужной вам высоты, чередуя с первого по четвертый ряд. Сейчас я провяжу ее в высоту и покажу дальше, что мы будем с вами делать. Я связала необходимую мне длину повязочки. Повязку я вяжу для дочки. У нее обхват головы 52 сантиметра. Вот, я провязала повязку длиной вот 43 сантиметра. Ей как раз хорошо, потому что полотно достаточно хорошо тянется. И мы померили ей на голову. Этой длины как раз хватает. Теперь нам нужно закрыть петельки. Смотрите, если у вас первый ряд раппорта был, то есть одна изнаночная, одна лицевая, значит закрывайте по рисунку. А если у вас вот так идет две лицевых, две изнаночных, то и закрывайте. Если здесь лицевая, ее и закрывайте изнаночной, изнаночную лицевой, чтобы как бы раппорт узора сохранялся. У меня лицевая, первую закрываю лицевой. Дальше закрываю изнаночной. И вот так петельки подтягиваете, чтобы их сильно не стягивало. Закрыть можете также удобным для вас способом. Можно эластичным закрытием при помощи спиц. Можно иголкой эластично закрыть. Можно закрыть исландским способом. Итак, закрываете до конца полотна. Вот я закрыла, осталась последняя петелька, но с ней пока ничего не делайте. Сшивать мы будем повязочку чуть позже. Сейчас мы свяжем сначала перегородку для нашей повязки. Вот смотрите, я отрезала нитку, оставив подлиннее где-то с метр, чтобы закрыть, потому что клубочек ниток мне нужен, чтобы связать перемычку. Вот перемычку для повязочки я связала, вязала ею так на спице, я набрала 14 петель и вязала тем же самым узором. Так, высоту сейчас померю. Высоту связала вот 11 сантиметров. Теперь нам надо ее сшить, чтобы она была кругленькая. Перемычку я закрыла, все петельки, и ниточку также отрезала, чтобы хватило на то, чтобы сшить. Сшивать вы можете любым удобным для вас способом. Я сошью ее при помощи крючка. Так вот, смотрите.
Дальше вставляете в следующую петельку. И там. Вот так вот получается. Вытаскиваете ниточку. Вот так две получается. И протаскиваете одну через другую. Дальше также. Вот. Вот сейчас сфокусировалась. Также вытаскиваете. Ну и что тут? И таким образом сшиваете до конца вот этой сторонки. Все, я сшила, кончики спрятала. Здесь подобрезать надо еще. Теперь нам нужно ее вывернуть. Вот так вот смотрится шовчик. Он аккуратный, мягкий. Его не будет видно. Теперь нам нужно нашу повязочку одеть вот в это колечко. Вот. И теперь сшить. Смотрите, чтобы вот шов здесь был, потому что чтобы вывернули и все было на изнанке. Сшивать мы будем повязку таким же способом, как сшивали перемычку, при помощи крючка. И сшиваем таким образом до конца полотна. Все, я сшила шовик весь, узелочки спрятала. И теперь вот эту вот нашу перемычку надо одеть вот как раз на место шва. Чтобы было все красиво, шовчиков не видать было. Чтобы перемычка не крутилась, можно ее ниточкой прихватить, пришить. Можно так оставить. И вот такая вот у нас получилась повязочка. Если видео вам понравилось, ставьте лайк. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока!